Эй, там! Привет, друзья! Нет, не бойтесь. Вы пришли по адресу. Господин, мы пытаемся найти... Погодите, давайте сначала. Меня зовут Ифе. А вас как? Привет, Ифе. Я Валери. Я Сэн. Наш дом был уничтожен и... Отец пропал. Это ужасно. Мы верим, что он жив. А вы не поможете найти нам ночлег? Знаете, есть у меня одна идейка. Давайте, за мной. Так, все на борту. Эти двое потерялись. Надо им помочь. Может, приютим их? Посмотрим. Как вас зовут? Я Сэн. Валерий, господин. С какого вы острова? Мы из Сеттлэнда. Наш отец, я думаю, его пленили. Ваш отец в плену? Да, он сказал, как зовут того человека. Кажется, что-то с... Эбис. Точно. Кажется, так его и зовут. Его зовут Эбис. Он ужасен и очень опасен, и думает лишь о себе. Другие его не волнуют. Он жаждет только порабощать людей и использовать их в качестве оружия. Обреченные. Ого. А наш отец, он жив? Мы волнуемся. Да, скорее всего. Но вам предстоит многое узнать о том, на что этот подонок способен. Так, вы двое. Чувствуете себя как дома. И я уже приготовил для вас мачту. Только для вас. Реально? Спасибо. Я думаю, вы проголодались. Давайте за мной. Я вам помогу. Еще учиться и учиться.